Тем временем Красноярский экономический форум продолжается. Сегодня в рамках мероприятия подписаны очередные соглашения о сотрудничестве. Подробности в материале далее. Правительство Красноярского края, федеральная сетевая компания «Единая энергетическая система» и золотодобывающая компания «Полюс» сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Оно должно способствовать развитию и повышению надежности работы единой национальной электрической сети на территории региона. Подписание документа состоялось в рамках Красноярского экономического форума. Документ предусматривает взаимодействие сторон по обеспечению стабильности социально-экономического развития Красноярского края, повышению эффективности и надежности объектов единой национальной электросети на территории края, а также направлен на решение комплекса социально-экономических проблем, связанных с надежным функционированием энергетической отрасли региона. Компании намерены поддерживать привлечение Красноярским краем бюджетного и внебюджетного финансирования на строительство высоковольтной линии Раздолинская тайга и подстанции Тайга. Документом также предусматривается возможность создания компании специального назначения, которая выступит заказчиком-застройщиком этих объектов. На самом деле это очень важный этап в развитии компании ФСК АЭС. В тех условиях, когда мы достаточно ограничены в тарифных источниках дохода, вот подписание подобного рода соглашения закладывает такой серьезный камень в развитие так называемого проектного финансирования для реализации наших инвестиционных проектов. Это действительно первая ласточка, и мы надеемся, что вот подписание такого соглашения с правительством края, непосредственно с компанией «Полюс Золото», безусловно, послужит успешным залогом реализации всей инвестиционной программы компании ФСК.